Понятно. О, вот. Плющить, плющить, плющить. Ой. Блять, как сильно у тебя микрофон фанит. Что такое? Это вискос или не вискос? Вискос. Ой. Да ё-моё, муж. Спасибо. Да ё-моё. Так, чуть-чуть АФКшный. Могу себе позволить. Чё, орём? А, понятно. Да ё-моё, да как так-то? Так, телефончик. Заряжайте, пожалуйста. Точно вискос? А, ну да. Или нет? Чё-то не увидел, на самом деле. Чё, я не понял, почему это. Ах ты ж! Ну да. Теперь точно. Фанит, да? Сейчас нет. Опять жилкой. Она в мэнчи, нет. Конечно. Да где? А, вижу. Так, не пробил. О, щит. Не угадал. Игра, спасибо большое. Ой. О. Что? Что где там происходит? Не спрашивали, такое интересное было. Но очко не слета, я молодец. Он что, бесшумный? Да. А вон он за тобой бегает. Конечно, я ему понравился. Воу. Было очень увлекательно. Слушай, ну ты молодец. Ух, ничего себе. Не, они вдвоем бегут сюда. Что ты сказал, у нас есть хил? Массовый хил, да. К вам пошел, бачу. Пусть идет, у нас там нет. Да, я вижу. Я очень вижу. Слушай, а на тебя ведь тоже не действует сейчас от хил, да? Угу. Скажешь, если будет идти.
Вот сейчас он идет. Да блин. Ну там он за это бегает. Там, да, знать. Слушай, интересно, они мейн-то вычинили? Ой, у нас тут иллюзия этой сейбл. Мейн, да, вычинили. Мейн вычинили. Мы сейчас возле этого. Как его там называется? Возле мейна чиним. Ага, он решил отвлечься. Ой, можно этот, кстати, чинить? Статую. Да, в принципе, можно. Ну, начинать, по крайней мере. Так, там... Разряд. Это, там кто-то спрашивает, можно ли с нами поиграть? Я не был видеть, кто это написал. Кто спрашивает? Не увидел. А, у меня спрашивают, можно ли с вами? Но я не увидел, кто это спрашивает. Я успею, я успею. Почему у тебя? А, потому что... не знаю. Хороший вопрос. Я, видимо, нелюдимый человек. Что это? Как здорово. Ну, зато я вычиню. Блин, я забыл звук отключить. Звук забыл отключить на телефоне. Так, бесстрашная кулетка хочет меня спасти. От нее. What the fuck? Что случилось? Ну, сейчас, кажется, сюда... Нет, нет, ладно. Кладетка. Желает меня увеличить. Чуть инструмент на тебя не вылетел. У нас, в принципе, лача и статуя. И еще что-то. Да. И возле мейна. Там где она упала, там куча рядом где есть. Ну, что-то она близковато упала. Хоть бы он влечу, да. Лача пошел. Нет. Бесстрашная кулетка хочет отвлечь его. Ай, нет, плохая идея. Нормально. А, это подрыв был, оказывается. Нет, ладно, плохая идея. Я думал, это был разряд. Нет, 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 иди снимай, иди снимай. Иди снимай. Иди снимай, блядь. Вот, молодец. Это было интересно. Я снова в лачу бегу. Блин, бесстрашная кулетка. Ай, подрыв сработал. А я не успею вычинить. Так он еще и сюда принес. Фигово. Чертов гений. Нет, смотри, он убежал в другую сторону. А как ты? Я поняла. Прям рядом ворота. Как удобно. В каждом из них бывал нас. Ссорили поезда, но...
Теперь у нас пустой вокзал, чтоб быть собой навсегда. Я прозевала ворота. Статуя. И кажется, слева от меня. Очень плохая идея от меня. Захилился, что ли? Угу, засправился. Так, она статую почти открыла, смотри. Она ее открыла. Я туда бегу. Аккуратно, он здесь. Он прям здесь. Это тебе брать за мейн? Чему орём? Ой! Ты убегаешь? Я стараюсь, да, убегаю. Так, что у нас там? Ля, вы что, все сбежали, что ли? А, это Макс спрашивает. Сейчас перейдем. Никого нет. Это мой шанс. Я сбежала. Хорошая. Отличная. Зверская скверная подрыв. Яйцо. Да, чувствовалось его яйцо. Хе-хе-хе-хе.